Тем временем поддержать «Шинник» в заключительном матче сезона в Ярославле приехал легендарный советский футболист Валерий Рингольд. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Леонидович в начале 70-х годов выступал за ярославский клуб. В 147 матчах за «Шинник» нападающий забил 30 мячей. По признанию легендарного футболиста, в Ярославле он каждый раз приезжает как домой. При этом отметил, что наш город сильно изменился с момента его последнего визита. У меня карьера прошла в основном с мальчишек в «Спартаке». Карьеру я закончил в «Шиннике». 5 лет последних я закончил и больше нигде не играл. Хотя меня приглашали в Симбалатинск, Павлодар, в «Кайрат» приглашали отсюда. Я не пошел, закончил. «Шинник» для меня дом родной, и как город, и как футбольная команда. У нас была дружная команда, у нас подобрался коллектив, который единомышленников. Да, были и споры, были неудачи, а в какой команде этого нет? Но то, что мы собирали полные стадионы, я не хочу никого обманывать, так и было.